Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вам предлагаю простой рецепт очень вкусного пирога с яблочной начинкой и вкусной сладкой кондитерской крошкой. Тесто замешивается венчиком, ничего вымешивать долго руками не нужно, миксер мы тоже использовать не будем. Получается очень вкусный нежный пирог с легкой яблочной кислинкой и сладкой, вкусной, ароматной кондитерской крошкой. Что может быть вкуснее к чаю? Оставайтесь со мной до конца этого видео. Узнаете простой рецепт вкусного пирога в описании количество ингредиентов. Мы с Сашенькой желаем вам приятного просмотра и очень надеемся, что вы уже подписались на наш канал, чтобы не потерять наши вкусные рецепты. Если нет, то скорее подписывайтесь. В миску я вбиваю 2 яйца, присаливаю слегка и перемешиваю венчиком. Сюда же добавляю сахар и опять перемешиваю, взбивать ничего не нужно. Добавляю 1 чайную ложку ванильного сахара, вливаю стакан кефира, добавляю 1 столовую ложку сметаны и растопленное сливочное масло комнатной температуры. Все хорошо перемешиваю. К муке я добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя, перемешиваю и просеиваю в основную массу. Теперь хорошо вымешиваю венчиком до однородной консистенции, чтобы не было комочков. Вот такое в итоге тесто получается. Теперь приготовлю крошку. Всыпаю муку, добавляю сахар, немного ванильного сахара и размягченное сливочное масло. И все прямо рукой перетираю в крошку. Вот такая однородная крошка получается. Ставлю ее пока в холодильник. Для начинки использую кисло-сладкие яблоки. Я их нарезаю небольшими дольками, использую очень большое количество. Выпекать буду в форме диаметром 24 сантиметра. Устилаю ее пергаментом и промазываю растительным маслом. Кстати, если не любите большое количество начинки, используйте меньше яблок, чем я укажу. В форму выливаю больше половины теста. Распределяю по форме. И выкладываю все яблоки. Смотрите, как много у меня их получается. Яблоки у меня семеринка. Сверху выливаю оставшееся тесто. И разравниваю его по поверхности ложкой так, чтобы все яблочки утопились. Но даже если какие-то не получится утопить, то ничего страшного, они прикроются крошкой. Духовку я уже разогрела предварительно до 180 градусов. Выпекаться такой пирог будет в течение 40-45 минут. Смотрите обязательно по своей духовке. Я выпекала 45 минут, и в итоге у меня получился вот такой золотистый пирог. Если хотите, чтобы был более золотистый, подержите на 5-10 минут больше. Нужно дать пирогу остыть полностью в форме, а затем уже форму снимаем. Перекладываю пирог на поднос. Вот такой красавчик к чаю у нас получился на 1, 2, 3. Быстро замесили и быстро выпекли. Теперь можно наслаждаться чаем. Разрежем, посмотрим. Очень легко пирог режется. Чувствуется, что он очень-очень нежный. Посмотрите, какой замечательный в разрезе пирог получается. Мало теста и очень много начинки. Опять же, добавлю, если не любите большое количество, уменьшите немного количество яблок. А теперь будем пробовать. Пирог действительно очень вкусный. В меру сладкое тесто, кисленькие яблочки и сладкая ароматная штрезельная крошка. Это очень вкусно. Попробуйте. А мы с Сашенькой желаем вам приятного аппетита и отличного настроения. Очень надеемся, что это видео вам понравилось. Если так, то поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал. Ждем ваших комментариев. Смотрите другие наши видео и помните, лучшее впереди. Пока!